Здравствуйте, очередной ролик про Дэндика Пекинеса. Вот как раз наступает более-менее теплая пора, и наше любимое времяпрепровождение, это когда гуляешь, полежать и посмотреть на маршрутный транспорт, который передвигается, люди, когда вот напротив остановка, когда вот люди выходят, идут к нам домой. Вот Дэндик всех встречает. Мы здесь вот так вот живем. Да, Дэнь? Вот такой наш малыш любит встречать вот людей, которые приезжают, и смотреть на машины. Да, Денюшка? Теперь хорошо, тепло, все условия для этого есть. Вот такой наш малыш. Дэнь. Ой. И такой наш красавец. У нас опять вид. И вот он как все у нас. Вот он такой наш хороший. Наш такой маленький малыш. Ладно, всем привет. Дэнику передавайте. Маме передадим. Да, Дэнь? До свидания.